Эвет, сайлы дослар, біз программамызынде вам етеміз. Ве, енді мұсафырнен лақытменге вақыт келді. Студиямызда мұсафыр бұлына, ве, бізім субетіміздің мезусы, бұ енді ярын олып кечеджек Русия күні әлбетті. Әлбетте, ве, бізім студиямызда олған мұсафырымызны тақдим етмеге ашықамыз. Қырым жұмкүретінде регион Дәре Этуф Меркезінің мудирі Анатолий Половинец. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Как настроение? Да, все отлично. В преддверии праздника. Да, хорошее утро, солнечно. И вообще очень хорошо и приятно находиться у вас сегодня с вами, быть. Ну, мы всегда рады приветствовать вас. Да, и надеемся, что завтра будет такой же солнечный день, потому что завтра уже у нас праздник. 12 июня во всей стране отмечается великий праздник, День России. Как вы можете охарактеризовать значение этого праздника для нас всех? Безусловно, это центральный праздник для нас всех, для россиян, для крымчан. И вот когда мы думаем о том, да, что такое же Россия, это, во-первых, мы понимаем, что это огромная страна, это наша страна, да, в которой живут много национальностей, много народов, которые поддерживают межнациональный мир, которые готовы общаться, обмениваться своей культурой, да, знакомить людей с этой культурой. И плюс, это ведь Крым, да, и это двор каждого человека. То есть Россия – это не только огромная страна, это вот каждый кусочек нашего пространства, да, в котором мы живем, и должны понимать, что мы каждый день и вносим свой вклад и заботимся о развитии не только России, но ведь мы должны участвовать вот в жизни каждого двора, каждого учреждения, компании, в которой мы живем. И таким образом Россия и Крым, и вот наша часть – это вот такая в итоге складывается большая палитра, большая страна. И важно вот для нас это вклад свой вносить в общее развитие. Когда мы участвуем в каком-то субботнике, да, там высадили цветок, даже занялись своим приусадебным участком, мы в конце концов влияем на то, что развиваемся не только мы, но и в общем наша страна. Да, конечно, каждый житель нашей большой, великой страны должен привносить в какой-то вклад в развитие, в общее развитие государства, но тем не менее не стоит забывать, что все-таки это все начинается с нашего двора, то есть судить о великом будущем государства стоит только тогда, когда ты что-то делаешь для окружающих, для тех людей, которые вокруг тебя находятся. Да, я вот здесь могу провести пример. Вот буквально недавно мы участвовали в голосовании за объекты благоустройства, когда каждый крымчанин мог внести свой вклад в обсуждение проекта благоустройства своего двора. И программа это предусматривала не только обсуждение проекта, но и в том числе, чтобы каждый подумал о том, какой он вклад может тоже внести в развитие, там, где-то своим участием в субботнике, где-то каким-то благоустройством. Вот, особенно это касается многоквартирных домов, кто живет вот, в больших таких дворах, общественных пространствах. И мы можем сказать, что крымчане достаточно активно приняли участие вот в обсуждении проекта благоустройства. Более 98 тысяч крымчан поучаствовали, в итоге в 8 городах прошли обсуждения, и люди решали о том, какие именно парки, скверы необходимо благоустроить в их дворах. И вот как мы с вами говорили, что в итоге ведь это приведет к тому, что в целом и уровень восприятия, да, окружающей среды, он улучшится, и качество жизни улучшится, и в конце концов, да, мы поймем, что Крым, каждый наш город, всего является частью вот страны, большой страны. Как вы считаете, насколько важно нам, как молодому поколению, чтить свои традиции, знать историю нашего государства, также воспитывать в себе чувство патриотизма и толерантности к ближнему? Вот очень важно понимать, что ведь Россия – это не слово, которое, да, появилось там вчера или сегодня. Да, это очень богатая и долгая история. Да, это история объединения народов, да, вокруг вот, нашего государства. И это многовековая история. И она охватывает очень многие аспекты, вот, как мы уже говорили, и культурные, и религиозные. А Россия настолько разнообразна, ну, что это такая уникальная страна, где вот, уживаются все народы. И 12 июня – это такой вот знаковый, да, для нас день, когда мы говорим о том, что да, Россия, хоть она и многообразна, но тем не менее это единая страна с культурой, с историей. Угу.
Мы знаем, что Центр управления регионом был создан с целью повышения скорости обработки и реагирования на обращения граждан. Расскажите, какие результаты мы видим сегодня? Вот, наш Центр управления регионом, он, во-первых, был создан по инициативе президента. Такие центры управления регионом, они были созданы во всех регионах России. И, в принципе, да, наша такая цель, как координационного офиса, это улучшить и ускорить взаимодействие граждан с органами власти. И вот сейчас, если мы говорим об итогах, то приблизительно более 5000 сообщений граждане оставляют органам власти за квартал. Мы там подсчитали, что сейчас Крым входит в десятку регионов, которые наиболее активно обращаются к органам власти. Это мы расцениваем в том числе и как доверие. То есть человек, когда обращается, он понимает, что ему помогут, и его там даже небольшую проблему помогут решить. Сейчас, когда мы говорим вот об этих 10 тысячах, мы понимаем, что граждане не только готовы обращаться, получать ответы, но и в том числе, что они очень активны сейчас в социальных сетях, потому что один из наиболее быстрых способов сейчас обратиться – это с помощью электронных там, средств, с помощью телефона можно снять какую-то яму на дороге, какой-то предмет или какую-то проблему зафиксировать, отправить в социальную сеть. Сейчас у каждого органа власти, у каждой администрации есть своя страница ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. И вот тоже такой итог. Сейчас буквально 4 часа 45 минут уходит на то, чтобы в среднем человек получил уже ответ. Там, первое, что его уже проблема получена и занимаются. Там, в самом начале, да, когда мы начали заниматься именно тем, чтобы координировать работу по ответам, уходило на ответы более 8 часов, как правило. Ну, то есть вот такие промежуточные итоги. Стремимся к тому, чтобы общение было и быстрее, и качественнее. То есть помимо того, чтобы быстро ответили, мы также дальше сопровождаем сообщение, следим за тем, чтобы ответ был полный. И для нас вообще большое удовольствие, и когда человек не только понимает, что его проблему решили, но и дает обратную связь, так называемый фидбэк, и говорит, что спасибо, да, моя проблема решена. И об этом заявляет в том числе и в социальных сетях. И вопросы, которые может гражданин задать, они не ограничиваются только лишь социальными сетями. Сейчас у нас есть достаточная инфраструктура, можно обратиться и на горячую линию. Есть в том числе и тематические разделы на сайте каждого органа власти. Можно через электронную почту, через госуслуги обратиться и получить ответ от органов власти. То есть на сегодняшний день мы уже можем утверждать, что вследствие создания Центра управления регионом граждане нашей республики стали активнее в решении каких-то социальных проблем? Граждане, да, безусловно, стали активнее. Это тоже такое определенное, мы говорим о том, что это кредит доверия. Да, когда люди услышали о том, что есть Центр управления регионом, конечно же, стали более активно обращаться к органам власти. Ну, соответственно, и мы стараемся, чтобы органы власти также вовремя и полно отвечали гражданам на их вопросы. Улучшается ли качество жизни в республике вследствие работы центра? Ну, вот наш центр, в том числе, у нас есть такое подразделение, которое занимается социологическими исследованиями. Вот мы провели уже опросы жителей крымчан. В целом, да, мы зафиксировали, что люди положительно относятся к тем изменениям, которые проходят в республике. Вот как мы говорим, да, есть там большие инфраструктурные объекты, о которых мы все знаем, да, это трасса Таврида, это новый терминал аэропорта, теплоэлектростанция и другие большие объекты, да, но в том числе они же оценивают и то, как благоустраиваются их дворы, как улучшается пространство, с которыми контактируешь каждый день. То есть в целом люди довольны. Конечно, есть вопросы, но они в основном всегда текущие. Да? Все мы понимаем, что Крым – это курортный регион, да, и сейчас мы говорим о том, что, безусловно, перед приездом или с приездом отдыхающих несколько там повышаются цены, то есть, ну, не без этого, но в целом крымчане оценивают позитивно произошедшие изменения и происходящие изменения в республике. В преддверии курортного сезона ожидается ли повышенное количество обращений
вам? У нас еще предстоит, можем уже анонсировать, да, еще в сентябре у нас и выборы будут в Государственную Думу, соответственно, у людей сейчас есть ожидание о том, что люди, которые будут претендовать, да, на места в нашем законодательном органе, они будут решать эти проблемы, поэтому, безусловно, и с началом курортного сезона, и вот событием, которое в сентябре, с единым днем голосования, люди больше начали обращаться через социальные сети к органам власти местного самоуправления. Угу. И плюс к тому, что сейчас каждый, в том числе и крымчанин, да, хочет провести свободное время где-то ближе к морю. Да, соответственно, наши пожелания, да, чтобы пляжи были более благоустроены, чтобы там была необходимая инфраструктура. И в связи с этим тоже люди часто обращаются. Ну а если так по ранжиру последних недель, люди часто обращаются за информацией о том, как получить меры социальной поддержки. Это всегда было актуально. И люди, которые заслуживают, которые хотят получить, ну, очень часто обращаются за разъяснениями. Какие необходимы документы, да, куда необходимо обратиться. Вот эту информацию тоже им предоставляют. Мы вам хотим сказать спасибо за то, что вы делаете, и надеемся, что с каждым днем те проблемы, которые беспокоят на сегодняшний день жителей нашей республики, они будут решаться, и, возможно, в будущем уже все-таки проблем, которые беспокоят, да, так скажем, наших соотечественников, будет все меньше и меньше. Какие у вас будут пожелания для наших телезрителей в преддверии праздника и для жителей нашей республики? Спасибо вам большое. Желаю крымчанам и россиянам в целом, нам необходимо сохранять мир, согласие, жить и благоденствовать. Да, у нас написано на нашем гербе процветание в единстве. Это не путь не только Крыма, это путь и всей России. Я желаю всем добра, мира, в семьях взаимопонимания и с наступающим праздником, с Днем России. И мы вас поздравляем с наступающим праздником. Спасибо, что пришли. Хорошего дня. Спасибо вам. Бөлетіп сөйбетіміз соңына келді, сайғылы достылар. Біз программамызың девам етеміз. Да, бір музыкалы тенефіз епмаға вақыт келді. Бұның үшін келіңіз музыканы діңлейік.